Общеустановленный возраст выхода на пенсию в России в 2018 году остается по-прежнему и составляет 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин, за исключением граждан, замещающих должности государственных служащих. Для получения права на страховую пенсию в 2018 году гражданам необходимо будет иметь страхового стажа 9 лет и 13,8 пенсионных баллов. Максимальное количество пенсионных баллов при формировании пенсии, которое можно получить в 2018 году, составляет 8,7 баллов. Начиная с 2015 года пенсионные права граждан выражаются в индивидуальных пенсионных коэффициентах, а не в рублях. В рубли они переводятся при назначении пенсии. Предназначение страховой пенсии. Размер пенсии в первую очередь зависит от длительности страхового стажа. Заработка за 2000-2001 годы по данным персонифицированного учета или любые 5 лет, 60 месяцев работы подряд в течение всей трудовой деятельности за период до 1 января 2002 года. Также зависит от объема страховых взносов, поступивших на формирование страховой пенсии и возраста обращения за назначением пенсии. Причем при расчете индивидуального пенсионного коэффициента учитывается только белая официальная заработная плата. Также трудолюбие наших граждан всячески поощряется государством. Так, если обратиться за пенсией уже позже установленного срока, ее составляющая страховая пенсия, фиксированная выплата к ней, увеличится на соответствующие премиальные коэффициенты. Воспользоваться правом на установление пенсии с учетом повышающих коэффициентов могут и граждане, уже являющиеся получателем пенсии. Если пенсионер обратится с заявлением об отказе от установленной ему пенсии, то по истечении определенного срока, не менее 12 месяцев, на основании поданного заявления выплата ему будет назначена уже с применением повышающих коэффициентов. Законом предусмотрено поэтапное изменение ключевых элементов пенсионной формулы до 30 баллов и 15 лет стажа. Ежегодно обозначенные параметры будут меняться, и гражданину, который собирается на пенсию, необходимо следить за тем, чтобы его заработанные пенсионные права соответствовали необходимым требованиям в момент выхода на пенсию. Осуществлять контроль легче в сервисе «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда. В нем в режиме реального времени можно проверить длительность трудового стажа и узнать количество заработанных пенсионных баллов на основании данных, имеющихся в Пенсионном фонде. Кроме того, каждый гражданин теперь может подать заявление о назначении пенсии, не выходя из дома, через личный кабинет застрахованного лица.